выпала честь преподнести в рамках проекта «Аллея российской славы» бюсты Потемкина и Великой Екатерины. У Александра Сергеевича Пушкина есть замечательные слова: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно. Не уважать онной есть постыдное малодушие». И сегодня мы присутствуем при открытии памятника замечательным людям, создавшим Севастополь, Потемкину и Екатерине. Мы гордимся этой славой, мы гордимся теми завоеваниями, которые были добыты ими в те времена, сражаясь с врагами России. И Александр Васильевич Суворов тоже говорил, что надо наставить город Севастополь именно здесь. И чуть ли не первый он указал, где надо наставить это. Я вас поздравляю. Это замечательный знак в новый для прекрасного города Севастополя. И будем вместе здравствовать эти великие имена. Спасибо.